Всем привет, с вами Дмитрий Урсул. И в сегодняшнем видео я хотел бы поговорить на такую тему, как работать с формами уже готовых композиций или готовых проектов, как их видоизменять, если есть такая задача. Я сейчас объясню, как вообще возникла тема этого ролика. То есть имеется в виду всякое перемещение, передвижение, может быть, в большей степени даже обрезка, укорачивание трека, там какие-то альтернативные версии. То есть я покажу такие основные моменты, которые есть в Лоджике, с помощью которых можно быстро это все реализовать. Идея этого ролика у меня возникла на моем прям конкретном практическом примере, с которым я столкнулся вот на днях. Мы сейчас делаем для передачи «Галерея звезд». Для тех, кто не знает, я работаю как саунд-продюсер этой передачи, которая посвящена разным деятелям телеиндустрии нашей отечественной и советской, и современной. И вот одна из передач у нас была посвящена Борису Грачевскому, основателю Ералаша. И вот, собственно, песня Ералаш, которая как такая зарисовка. У нас сидит бэнд на сцене, и мы, собственно, он играет такую как импровизационную джазовую версию, в данном случае в латино-стиле, мы сейчас послушаем. И он просто сыграл как такой полноценный куплет-припев этой короткой, в принципе, композиции изначально, все ее знают из заставки сериала. И в чем суть? То есть потом пришло задание, что вот да, есть полная версия, как бэнд сыграл, но для всяких там отбивок, каких-то джинглов, для каких-то там заставок и прочего нужны какие-то короткие версии. Естественно, укорачивать нужно мне, потому что у меня есть вся сессия, там как-то обрезать конечный файл, это всегда звучит не очень. Поэтому вот такая задача прилетела, сразу сделать несколько разных версий. И вот у меня сразу возникла идея записать этот ролик, потому что уверен, что каждый из вас когда-нибудь столкнется с тем, что нужно сделать какую-нибудь радиоверсию или что-нибудь обрезать. И вот я просто хотел практически показать, какими инструментами можно воспользоваться, чтобы это сделать максимально быстро. Просто на практике вам показать, короче, свой рабочий процесс, который вы уже сможете адаптировать под свои задачи, какие для этого есть возможности в Logic. Давайте послушаем полную версию, как она звучит. Ну вот, то есть сколько она у нас сейчас? Я включаю вторую шкалу, например, выделим от начала до конца. И вот у нас подсказка показывает length, значение 40 секунд. То есть 40 секунд у нас длится вот этот отрезок. Ну, допустим, мне нужно его сократить там до каких-то более коротких значений. Что здесь в первую очередь можно сделать? Прежде чем что-то обрезать и как-то там двигать, резать, то есть ни в коем случае это мы делать не будем. У нас здесь уже все собрано, все во времени, все четко, по сетке. Мы сперва можем послушать, как оно будет звучать, потому что надо же понять, в какое место нужно обрезать, вообще, как оно склеится или не склеится. Для этого в Logic есть замечательная функция. Мы можем циклом выделить зону. Давайте я сейчас найду место, откуда можно начать так чисто логически срезку, чтобы у нас по гармониям все сошлось. Это тоже очень важно, если вы какие-то короткие версии делаете. То есть мне сейчас нужно вот эту центральную часть, наверное, вырезать и сразу с первого захода, вот с основной темы, сразу выйти на конец. Вот как это сделать грамотно, чтобы там и гармонически все сочеталось, и по форме это не звучало, что кто-то обрезал и просто потешил какой-то непонятный там конец, да, ни с того ни с сего взявшийся. То есть это должно звучать органично, что самое главное. Не во всех композициях это, может быть, получится, но в большинстве, как правило, можно найти такие места, которые хорошо друг с другом сочетаются и хорошо склеиваются. Так, давайте найдем это место. Вот здесь у нас бэнд возвращается в тонический аккорд. И у меня как раз финальный заход тоже начинается с тонического аккорда. Поэтому давайте запомним такт. Вот это 12.35. Пошла финальная часть, тоже финальный выход на коду, тоже начинается с тонического аккорда. То есть я сейчас выделю вот эту часть. И что мы можем сделать?
В Logic есть замечательная функция. Если я нажму Command и кликну по вот этому нашему циклу, он превращается вот в такой вот, скажем так, цикл пропуска. И он работает таким образом, что когда у нас playhead доходит до вот этого места, он перепрыгивает сразу на как бы конец этого места. То есть и таким образом мы пропускаем выбранную часть. И за счет этого можно очень быстро, очень легко найти то место, в котором нам, собственно, нужно... который нам нужно вырезать. То есть таким образом можно там поэкспериментировать, так вырезать или так вырезать. Давайте послушаем, как сейчас это звучит. Так, сейчас я поточнее поставлю. Ну вот, то есть очень даже получилось органично по звуку. Ну что ж, и давайте я сейчас покажу, как уже практически я буду с этим работать. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное – получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово. Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. Все очень просто. Нам сперва, ну, желательно эту версию, естественно, сохранить. Поэтому, так как она не длинная, я просто сделаю ее копию. То есть, прямо в этом проекте. У меня здесь много разных композиций еще коротеньких таких же записано. Поэтому проект большой. Здесь темпо-треки, все прописано. Есть маркеры и так далее. То есть, такая большая сессия. Что мы сделаем? То есть я сейчас запомнил, что вот у меня вот это расстояние. Я сейчас выделю с запасом вот эту зону. Ну, так, чтобы у нас все, вся песня поместилась как бы внутри зоны. И в Logic есть замечательная такая команда, очень удобная, Edit. Вообще вот этот раздел Cut Insert Time, он прям гениальный помощник вот именно вот в таких подобных задачах. Значит, что у нас здесь есть? У нас здесь есть, ну, естественно, Cut, то есть мы можем вообще всю эту часть вырезать, то есть ее вообще в проекте не будет. Мы можем скопировать все, что здесь есть, все, что внутри локаторов. Но самое главное, что есть замечательная команда Ctrl Command R, Repeat Section Between Locators. Сейчас я ее нажимаю. И вот у меня все, что было вот под этим циклом, у меня скопировалось рядышком, то есть, ну, сразу после. То есть я поэтому специально сделал отступы, чтобы у нас регионы не наслаивались друг на друга. То есть вот есть небольшой зазор. И он, соответственно, все копирует. А все остальное, естественно, сдвинулось направо. То есть все, что было справа, оно сдвинулось. То есть как бы вы прям можете... Это как бы не обязательно с полной композицией, как у меня здесь. Вы можете так целую часть, например, там, припев два раза повторить. То есть выделили припев, нажали эту комбинацию, и у вас получается из одного припева двойной припев. Вот, то есть такой... Очень такая полезная и быстрая функция. То есть со всеми автоматизациями, со всем. То есть все прям копируется полностью. Это очень удобно. И давайте теперь здесь еще раз найдем это место. .60 и .66. То есть вот эти 6 тактов. Давайте проверим еще раз. Command-click. Да, все верно. И теперь, выделив циклом эту зону, опять же, заходим в то же меню Edit, Cut Insert Time. И здесь есть Cut Section Between Locators или Ctrl-Command-X. Нажимаем. И вот у нас все обрезалось, что было между регионами, точнее между вот этим циклом. Все, что мне сейчас остается сделать, это поправить чуть-чуть вот эти переходы между регионами, ну, чтобы все-таки не было прям такой жесткой склейки.
То есть в чем плюс делать это вот не с готовым файлом, а именно в мультитреке, что вы можете разные инструменты в разных местах как бы склеить разные места во времени, потому что, ну, особенно когда живой бенд играет, там могут быть какие-то временные чуть-чуть отхождения от сетки. Конечно, с MIDI-проектом это гораздо проще. Вот здесь, например, Том у меня, видите, заходит. То есть я могу, например, либо его вообще удалить, скорее всего, потому что как бы его удара самого не было, это хвост от удара, поэтому я его удалил, чтобы не было этого такого странного звука. Давайте послушаем. То есть вот, уже барабаны хорошо звучат. Давайте проверим бас вместе склейки. Так, вот у нас тут склейка. Ну, например, я чуть заранее вот так вот сделаю тоже. Я нажимаю Ctrl-Shift, чтобы быстро сделать фейд на разрезе. То же самое сделаем с гитарой. Я чуть-чуть как бы заранее, потому что все равно бэнд играет чуть-чуть вперед, чем сетка, поэтому я как бы делаю заранее эти фейды. И то же самое сделаю с клавишами, тоже, чтобы был органичный въезд. Я здесь даже по волне вижу, что клавиши начинают вот в этом месте играть. То есть, чтобы у нас не обрезалась нота. То есть, видите, так она получается обрезана. Вот, поэтому я вот как-то до сюда доведу и сделаю тоже такой фейдик. Когда два региона, точнее, четыре региона выделяешь сразу, делаешь на одном из них фейд, на втором тоже это дублируется. Ну вот, то есть, таким образом у меня сейчас вот уже получается короткая версия. Я, конечно, могу здесь еще сократить вот этот брейк. Здесь это делается легко, я просто выделю все барабанные дорожки и их чуть-чуть сдвину. Да, то есть можно даже вот прям начать с тома на сильную долю. И вот теперь моя версия получилась, если с хвостом брать, 25 секунд. Ну, то есть вот таким образом можно делать отдельные версии, какие-то укороченные ваших композиций. То есть это очень здорово, то есть пользуясь такой функцией. Можно, я говорю, как я уже говорил, можно повторять какие-то части, какие-то вырезать через вот это замечательное меню Edit, Cut, Insert Time. То есть здесь можно вставлять пустоту, то есть если вам нужно, наоборот, какую-то новую часть ставить, вы можете выделить циклом нужную зону, там, 8 тактов, и выбрать вот эту команду. Вы можете также, как я уже показывал, делать повтор, вы можете вырезать, вы можете копировать. Ну, то есть это очень-очень-очень удобная функция. Так что пользуйтесь ей, и вот таким образом можно делать вот альтернативные сокращенные версии композиций. Что ж, на сегодня это все. Пишите в комментариях, было ли вам полезно это видео, сталкивались ли вы когда-нибудь сами с такой вот надобностью сокращать ваши проекты, ваши композиции. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось, подписывайтесь на канал Logic Pro Help, чтобы не пропускать новые видео, которые у нас выходят здесь регулярно по воскресеньям. Обязательно вступайте в наш Telegram-чат, где уже больше 2000 пользователей Logic каждый день обмениваются опытом работы с этой программой и вопросами. И по самым интересным вопросам я всегда записываю вот такие видео-ответы, которые выходят по воскресеньям. В общем, будем с вами на связи. Я также тоже везде на связи. Всегда пишите, если есть какие-то вопросы по нашим курсам, по Logic, по вообще работе со звуком, с музыкой. Я всегда рад помочь, всегда рад ответить. Вот. Что ж, всем успехов в творчестве. С вами был Дмитрий Урсул. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!